Заплатить штраф или проехать лишние 20 метров. Выбор кажется очевидным, но далеко не все выбирают последний вариант. Это показал очередной рейд по парковкам для инвалидов, который проводят общественники совместно с Управлением социальной защиты населения и ГИБДД. Несмотря на знак, химчане продолжают занимать парковки для людей с ограниченными возможностями. Видим, что опять вся парковка занята автомобилями, не имеющие, только единицы имеют инвалидные знаки. Вот, опять же, происходит эвакуация. Проводим такие рейды постоянно, но, к сожалению, граждане у нас пока так и не привыкли к тому, что все-таки спецместа должны быть свободными. Эти места имеют право занимать только люди со специальной наклейкой на авто. Химчане с первой или второй группы инвалидности. Для них расстояние даже в 50 метров преодолеть непросто. Об этом говорили с нарушителями. Практика показывает, чаще дело не в незнании, а в уверенности, что не поймают. Например, эта семья заехала в торговый центр на полчаса, чтобы пообедать. Знак видели, но проигнорировали. Просим прощения у вас. Спасибо. Но, тем не менее, за это предусмотрена административная ответственность. Я полностью согласен со всем. Да? Предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. Ну что делать? За нарушение предусмотрен штраф 5000 рублей, а отсутствие водителя – эвакуация машины. Сегодня нами на специализированную стоянку перемещено 3 транспортных средства и одно лицо привлечено к административной ответственности. Такие рейды проводят уже в течение 3 лет, несколько раз в месяц. По мнению общественников, такие меры смогут приучить людей внимательно относиться к месту для парковки.